Сибири создано новое оборудование для неразрушающего контроля трубопроводов. Автономный самодвижущийся комплекс для панорамного просвечивания трубопроводов разработан в Томском политехническом университете по договору НИОКРС «Газпромтрансгаз Томск». Комплекс является отечественным аналогом дорогостоящих зарубежных кроулеров с рентгеновскими аппаратами большой мощности. Он предназначен для неразрушающего радиационного контроля кольцевых сварных соединений труб диаметром от 720 до 1420 мм с толщиной стенки до 32 мм. Специально сконструированный рентгеновский аппарат с анодным напряжением до 300 кВ установлен на автоматизированную самоходную платформу, который приводится в движение двигателями с высокой энергоэффективностью. Энергоснабжение обеспечивают морозоустойчивые аккумуляторы емкостью 60 ампер-часов. Это, а также конструктивные решения, использованные в рентгеновском аппарате, обеспечивают надежную работу оборудования даже в жестких климатических условиях в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 градусов. По этому показателю комплекс превосходит импортные аналоги, которые могут эксплуатироваться при температуре не ниже минус 30 градусов Цельсия, а при высокой температуре быстро перегреваются. При этом разработанный Томичами комплекс имеет меньшую стоимость. Опытно-промышленная эксплуатация комплекса прошла в ходе капитального ремонта магистрального газопровода НГПЗ «Парабель». Было подтверждено, что оборудование обеспечивает первый класс чувствительности контроля по ГОСТ 7512 и соответствует требованиям ПАО «Газпром». На одном заряде батареи аппарат может перемещаться по газопроводу на расстоянии до 4 км и выполнять радиографический контроль 80 сварных соединений. Высокие функциональные и эксплуатационные характеристики комплекса подтверждает и полученная в 2020 году сертификат соответствия системы добровольной сертификации «Интергаз-Серт».